товаров ежедневного потребления до деликатесов. Комиссия во главе с депутатом Совета депутатов Артуром Каримовым проверяет каждую полку в супермаркете. Особое внимание к детскому питанию. Здесь нареканий нет. Тоже все сроки соблюдены. Полный порядок и на полке с колбасами. Сотрудники торговой точки учли правила товарного соседства. Продукция на полках расположена в соответствии с нормами ГОСТ и рекомендациями, установленными Роспотребнадзором. Внимание Артура Каримова привлек прилавок с молочной продукцией, а именно скидки на некоторые наименования товаров этой категории. Вот скидочку вы как делаете? То, что приближается близко к критичным срокам годности, мы оцениваем товар для того, чтобы покупатели могли приобрести его дешевле. Товаровед уверяет, проверку продукции проводят каждое утро. С продажи товары снимают за несколько часов до истечения их срока годности. Приятно видеть, что в новом году данный магазин продолжает предоставлять качественные товары и услуги для жителей нашего города. Сам проект «Народный контроль» направлен на улучшение качества предоставляемых услуг и товаров нашими предпринимателями для потребителей нашего города. Помимо качества товаров, в супермаркете проверили и соблюдение противовирусных мер. На полу есть разметка, в свободном доступе маски, перчатки и санитайзеры.